Каспийск отметил 78-ю годовщину победы Красной Армии над фашизмом в Великой Отечественной войне. Завершающим мероприятием празднования Дня Победы стал концерт, подготовленный воспитанниками детской школы искусств имени Сергея Агабабова. Сегодня мы подготовили замечательный концерт, учащиеся детской школы искусств Сергея Агабабова. Абсолютно все отделения, музыкальное, хореографическое, представляют очень интересные номера, посвященные этой тематике. Это очень важно, патриотическое воспитание у нас всегда стоит на первом месте. Сегодня такой праздник. Вы видите, очень много нарядных детей. Все с таким удовольствием у нас будут выступать. Началась концертная программа с выступления хореографического ансамбля «Мир танца» с композицией «Чтобы помнили». Дети в военной форме под музыкальное сопровождение всеми любимой Катюши пробудили в зрителях дух патриотизма и напомнили о временах войны. После юные дарования танцевали символ любви и победы всех влюбленных – военный вальс. Танец в их исполнении откликнулся в сердцах многих зрителей. Помимо этого, концертную программу украсили множество ярких и запоминающихся номеров. Мы в этом году создали ансамбль духовых инструментов. Мы в рамках проекта «Культура» получили в подарок духовые инструменты. И вот дети как раз, вы видите, с инструментами здесь, с духовыми. Это их первое выступление. Они тоже будут играть вместе с хором. Так что очень интересные все номера. Не обошлось и без традиционной национальной лезгинки, после которой на площади воцарилась праздничная атмосфера. Отметим, что всего в праздничных мероприятиях, приуроченных Дню Победы, приняли участие около 10 тысяч каспичан.